Семьи военнослужащих, погибших в спецоперации на Украине, получат социальную поддержку. Патронатную службу организуют при Министерстве социальной защиты Бурятии. Помощь также получат семьи военнослужащих, погибших в Сирии. Такое поручение представителям Министерства республики дал глава Бурятии Алексей Цыденов. Создается специальное направление деятельности, это патронаж этих семей погибших. Ну, чтобы мы их не только сегодня вспомнили, а вообще дальше вели с ними работу. Соответственно, вся информация по семьям, кто что, где работает, там супруга не работает, дети какие остались. Берем на сопровождение эти семьи. По словам Алексея Цыденова, детей погибших военных будут распределять в детские сады и школы без очереди, а в институты не смогут поступить по целевому направлению, если не пройдут на бюджет. Для жен таких военнослужащих агентство занятости будет подбирать вакансии и устраивать их на работу.